Приветствую всех моих зрителей. Сегодня будем готовить тушеные окорочка. Что нам для этого нужно? Вот у нас здесь три таких больших окорочка. Вот, вот такие. Болгарский перец, луковица, три морковки небольшие, соль, куркума, лавровый лист и душистый перец. Сначала я снимаю шкурку окорочка и немножечко проварю окорочка в воде, а потом будем тушить. Oh.